Память есть у каждого человека, просто нужно учиться ей правильно пользоваться. Чем больше мозг работает, тем эффективнее он становится. Чем больше информации обрабатывает, тем способности к быстрой памяти улучшаются. Осваивать что-то новое всегда трудно, так же, например, как и при первой тренировке в зале. Потому всегда используйте новые упражнения. Например, задействуйте свое второе полушарие. Начните использовать левую руку для тех же задач, что и правую. Если вы левша, то наоборот. Напишите письмо, почистите зубы, расчешитесь той рукой, которой делать это непривычно. Необычные занятия сначала будут даваться с трудом, но зато новый навык не раз еще вам пригодится. Даже вкус и запах способны развивать память, поэтому делайте ваш завтрак, обед и ужин более разнообразными. Чем больше запахов, вкусов попробуете, тем больше нейронных связей образуется в мозгу. А это значит, что и память будет лучше работать. Для того, чтобы не забывать о том, выключили ли вы газ и утюг, нужно тренировать концентрацию. Старайтесь обращать внимание на каждую мелочь, какого цвета машина на улице, какой марки. Запоминать детали окружающей среды и постоянно прокручивайте это в голове, спрашивая себя, что я запомнил за последний час. Еще одно упражнение. Берем простую задачу и находим 10-20 способов ее решения. К примеру, собрать кубик Рубик. Заставляем мозг думать, пока не найдем 20 решений. Если дается легко, увеличиваем количество способов решить ту или иную задачу.